Собрались, чтобы посмотреть на танцы вживую. В театре драмы концерт финалистов одноименного шоу. Среди саратовцев нашлось немало поклонников. Зал полон. Кстати, сейчас на ТНТ второй сезон проекта. Пока его участники выясняют, кто сильнее, первопроходцы ездят с гастролями. Я не хотела смотреть эфир, потом все-таки включила, вот именно где концерт, когда уже всех выбрали. Начала адекватно смотреть и радоваться за ребят, потому что, ну, не всегда же нам как бы быть. И сейчас у нас вот тоже некий свой опыт, концерты, аплодисменты. Среди участников первого сезона он выделялся с самого начала. Александр Волков прославился не только танцевальными способностями, но и многочисленными конфликтами с членами жюри. Среди хореографов даже родилась шутка про испытание Волковым. На одном из этапов конкурса типажному участнику пришлось самостоятельно ставить себе номер. Я пришел и очень громко со сцены заявил, что я создатель иного танцевального направления. То есть того, чего не смогли сделать ни один из них. Соответственно, какая первая реакция будет? Классно, парень, молодец, мы тебя поддержим. Да нет, конечно. Я скажу, и начнется. Там ни стиль, ни танец, что угодно. Вот. И причем с истиной или правдой это не имеет никакого отношения, потому что это касается личных амбиций. Он мечтает о таких гастролях. Саратовец Ренат Вергазов хочет принять участие в следующем сезоне проекта. Парню 14, и он танцует хип-хоп. Пришел я, потому что сам занимаюсь танцами, хип-хопом, и хотелось бы посмотреть мои любимые номера. Пока одни сидят у телевизоров, другие, вдохновившись примером, сами начинают покорять танцпол. После выхода первого сезона танцев клиентов у хореографов города стало значительно больше. Саратовцы хотят научиться танцевать тверк, модерн, те направления, о существовании которых раньше не знали. От 3 до 103 лет. Приходит очень много разных людей. Некоторые родители приводят детей, чтобы они потом смогли вот так же, как там. Но в основном, конечно, это студенты, школьники, старшеклассники. То есть те, кто вот прям на этом проекте сидит, завис на нем. Звездами шоу «Танцы на ТНТ» стать суждено не всем. Но, по словам экспертов, заниматься этим видом спорта полезно. Танцы помогают держать себя в хорошей физической форме и дают психологическую разгрузку. Екатерина Молчанская, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».